Центральный стадион – очень значимый объект для города и его жителей. Каждый спортсмен и все те, кто проводили там время, хотели бы вернуться на уже отремонтированное спортивное сооружение как можно скорее. Напомним, что в этом году началась масштабная работа по реконструкции центрального стадиона. Первый этап обновления, а это замена коммуникаций и их смещение, а также снос старых строений, уже завершен. Осталось дождаться окончательного проекта будущего стадиона, согласно которому начнутся строительные работы. Выполнены работы по заведению на территорию центрального стадиона сети водоснабжения, то есть мы завели инженерные сети, отреставрировали водопровод, теперь он у нас находится на территории центрального стадиона в работоспособном состоянии, с новой трубой и в новых колодцах. На сегодняшний день мы находимся в поиске подрядчика, подрядчик уже определен, и мы заключаем договор на проектирование уже с другой организацией. Центральный стадион у нас будет выполнен в натуральной траве с дренирующим покрытием. Будет выполнены полноценных 4 беговых дорожки плюс 2 дополнительных прямых дорожки. Будет выполнены трибуны с подтрибунными помещениями общей численностью посадочных мест на трибунах на 1500 человек. Самое главное, проект должен быть сделан качественно и красиво, чтобы все могли наслаждаться новым центральным стадионом. Работы будут выполняться поэтапно, ведь все нужно сделать так, чтобы этот спортивный объект стал совершенным и безопасным. Алексей Кузнецов, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания.